И вновь я рифмы складываю на просторе. Определенно с рифмами мне так легко. Я как солдат все рифмы на плацу построю. Последняя инструкция перед броском. Мои слова в поэмах точно не пустые. Я приоткрою занавес своей души, и дарования мыслей также не тупые. Там, где за рифмами слагаются стихи, я не Денис Давыдов, не Сергей Есенин, но преклоняюсь перед ними во стократ. Они желали большего и так хотели, а кто-то был им так особенно не рад. И вот настало время то, что было, вспомнить, хотя бы вспомнить и напомнить об одном. Желание о прошлом разве что восполнить, кого мы позабыли, вспомним о былом. И мысли выражать вслух также не устану. Поэт поэту рознь, а все-таки поэт. Денис Давыдов, вот кого я восхваляю. Сергей Есенин, равным им поэтов нет. Патриотизм в боях отважного гусара. Он слыл примером для ахтевского полка и генерала-лейтенанта мемуары. Судьба поэм, стихов его так нелегка. Перо поэта, шашка, как в руках гусара. Наотмашь рифмовал безудержно стихи. Перо и лист бумаги, вот поэта пара. И так же, впрочем, как гусарские полки, картечи свист протяжной рытвенной воронки. Неразбериха, где чужие, где свои, а партизанские отряды словно волки. С Давыдовым в лес партизанить все ушли. Чему не быть, не миновать, француз умылся. О, как же был Наполеон ужасно зол! Не больно беглеца француз обратился со своей свитою, удрапав за кордон. Не растерял Денис Давыдов все надежды гусарского его ахтырского полка. Поэт рубил с плеча и рифмами калечил, хотя поэта была доля нелегка. Что составляло вмиг без всяких затруднений, когда командующий сам Багратион вселяя дух гусаров боевых сражений, Денис Давыдов орденом был награжден. Поэзия, конечно, не теряла даром время и прочих глупостей дворянского стола, высмеивал стихами, попадая в темя все окружение, что около царя, и после смерти самого Багратиона. На Бородинском поле тело схоронив, во славу Господа и царского престола, он за отчизну, за царя так и служил. Фильм о Денисе «Эскадрон гусар летучих» — это лишь только небольшая о нем часть. Андрей Ростоцкий в его роли был везучий, но, видно, так судьбе угодно, чтоб упасть. Я подниму стакан за славного актера, за сценариста, режиссера, за ту честь, за каскадера абсолютно и без спора, за мужество его, что было в нем, то есть. Сопоставлять Андрея с кем я не намерен, но роль Давыдова Дениса в самый раз, и слово «хорошо», как, впрочем, я уверен, сыграл гусара и поэта-персонаж. Смотрю на некоторых, как сейчас играют профессионалы. Где актеры, где кино? Министр культуры только знает, награждает, а президенту ровным счетом да ничего. Отметить поименно знаю, но не буду. Кого мне выделить таких, кто заслужил? Им редко выпадает говорить с трибуны, а кто до этих рифм сегодня не дожил. Хотя ты поимейте совесть вспомнить все же. Они хотя в земле таланты до сих пор. В загробный мир когда-то все уйдете тоже. Я не навязываю мой души укор. Денис Давыдов, Пушкин, Лермонтов, Есенин. Их поминать я не устану никогда. Ростоцкого Андрея,
что талантом светил, на небе до сих пор горит его звезда. Спасибо им всем за их творческую деятельность, за их талант, непостановимый ни с чем и ни с кем. Спасибо Андрею, я его тоже вспомнил, с этим фильмом, прекрасно сыгравший роль Дениса Давыдова, прекрасного поэта той эпохи. Спасибо всем. Эх, мать, а кто это там скачет на коне верхом? Мужик в тулупе с бородой и в зимней шапке. За мужиком вслед партизанский эскадрон. Переодетые гусары, оружие шашки. За кем гнались они так лихо на конях? Своих коней загнали, что ей было силы. Зачем гусары стали воевать в лесах? Они могли податься в лес лишь по причине, а им так надо было выгодно в лесу. Французам став пустую русскую столицу, потом француз умылся с кровью за Москву. Денис Давыдов после выскажет в страницах: особый случай, особый случай, особый случай выпал нам в который раз, что партизаны, да начихачай, Наполеон не ожидал от русских нас. Особый случай, особый случай, особый случай выпал нам который раз, что партизаны, да начихачай, Наполеон не ожидал от русских нас. Поэму Пушкин написал Бородино, Денис Васильевич изложил в мемуарах. Андрей Ростовский, он сыграл его в кино. Искусство требует для жертв подобных драмах. Кутузов ровным счетом это ожидал. Не подвела главнокомандующего чуйка. Вот так. В конце концов француз позиции все сдал. Москва оставленная, это была шутка. А русским партизанам выгодно в лесу, пустую сдав французам русскую столицу. Француз умылся после кровью за Москву. Вот так. Давыдов с Пушкиным все выскажут в страницах. Особый случай, особый случай, особый случай выпал нам который раз, что партизаны, да начихачай, Наполеон не ожидал от русских нас. Особый случай, особый случай, особый случай выпал нам который раз, что партизаны, да начихачай, Наполеон не ожидал от русских нас. Особый случай, особый случай, особый случай выпал нам который раз, вот, что партизаны, да начихачай, Наполеон не ожидал от русских нас. Наполеон не ожидал от русских нас. Наполеон не ожидал от русских нас. Недаром помнится Россия про день Бородина. Вот так вот. Да-да. Вот так. Да-да. Вот так. Да-да. Да-да-да.